В одном из сюжетов, снятых по тренировке с покрышкой, был вопрос от Романа Бондаренко. Вот таким образом выглядит. Всегда обычная скоба была. С другой стороны точно такая же. Середки. Макс Пейн! Перемычечку сделал. Крючочки у нас буксировочного троса обычно. А ремни это обычные ремни безопасности. Вот таким образом. Прицепил. И поехал.